понимаю, почему произошло. Потому что Наташка второе матерное слово сказала. Со времен, как я ее знаю. И мне наступило как раз это слово. Нет, ты что? Мы обсуждали. Вот, давай, Наташка вот знает силу можно... своих матерных слов, поэтому не говори, да? Да нет, ты сюда вот подсунь. Ты пророк. Вообще, это Серега сказал, поехали посмотрим. Никак она не затянется? Мне кажется, или они уже привыкли к этой пшеи? Да ладно. А вы привыкнете к комарам и все? Ну вот так она будет висеть, если педаль трогать. Ну купите потом. Сейчас Серега по привычке крутанет. Не, там надо вот эту фигню тут купить, держалку. Да, переклюк. Не, ну там надо настроить еще переключение. А, держалку? Она отдельно продается, что ли? Вилка? Не, она маленький ход. Она Володь, отдельно продается эта держалка, что ли? Да, конечно. Да? А, ну значит держалку. Держалку, да. Сейчас надо заснять, как Серега едет без педалей. Мне без педалей еще как-то залезть на нее надо. Да ты ногой встань, как ты. Чтоб отломать еще и педали, да? Поехал, блин. Сейчас он еще без первей всех нас приедет. Давай.